Флакс не мог, да? Угу. И мне. И тебе? И мне. И мне молоко. Как хочешь.
Yeah.
кажется, дотянем до торта. Квази взбивает крик чиз для воздушного крема. Он смотрит и говорит. Какой это сахарбан? Скорей туалет. Замечательно! Смешно! Быть доктором непросто. На днях пациент жаловался на кашель. Ну, взяли анализы, а теперь топать к нему на болото и сказать, что ему осталось полгода жизни. А ужинать мне когда? Чехоточная, так ты тут? Что? Мне осталось полгода? Да не, зачем нам огорчать публику? Пару месяцев от силы. Сколько? Нет ничего забавнее необходимости рока. Посмотри на тетю Лидию. Мы проведем кучу праздников. Кажется, кое-кому светит повышение. Эйком все! До свидания, и... Прощай, погоди-ка, где наш Октавио? Если он не придет... Эйс, Октавио бесподобный прибыл! Есть! Лучше поздно, чем никогда. Октавио, наконец! Мы вас... Ура! Аплодисменты Даяне! По мановению палочки виновница торжества исчезнет. Взмахи тебе, вжу тебе, брейс! Здесь!
чесночные семечки? Чесночные грядки, поиграй с нами. И малютка-вампир не удержалась, а слушалась сушеную голову, что твердила «не ходи туда». И не вняла слова папы: «Дочь моя, ни при каких обстоятельствах не смотри, не трогай, не думай о чесноке». Сказал: «Не трогай». А что случилось с вампирчиком? С ним? Случились ужасные, жуткие, невообразимые вещи. Не то что сказать, подумать страшно. Все, кошмарных снов, моя мамочка-девочка. Папа, я должна посмотреть на чеснок. Хоть раз не в жизни вживую. Нет, Вась, он для вас опасен. Якобы. Но только в чем опасность? Скорее всего, это миф. Увековечены чесночниками, вы же знаете. Они народ странный. Нет. Не знаем. Лично я первый раз слышу. На тот случай, если это не миф, я поручаю Пебра залезть в тот шкаф. Нам не вампирам, все ни почем. Миссия невыполнима. Наш центр уже его ищет.
10 минут.